еженедельное совещание, которое проходит у нас на этом объекте, очень важном для города. Реконструкция путепровода Польшосейная. Генподрядной организацией по данному объекту является наша ДРСУ-207. Соответственно, на различные виды работ специализированные организации привлекаются. Гомельские, мостовые организации. Ну, поэтому очень важно на этом этапе скоординировать их действия, чтобы в последующем мы могли планомерно, спокойно идти в графике, и чтобы уже в начале следующего года увидеть путепровод, введенный в эксплуатацию. Вы видели здесь и заказчик, это УКС Светогорского района, ДРСУ-207, плюс их руководитель Игорь Иванович Кравченко, это генеральный директор Гомельоблдостроя. Также здесь СМП-354, это специализированная организация, которая будет заниматься работами, что касается железной дороги, перенос светофоров и другие работы. Ну а также МСУ, строительная организация гомельская, которая будет непосредственно заниматься монтажом уже этой конструкции. Вот, поэтому эти организации давно были приглашены уже для строительства. И в принципе они уже проработаны, как и вопросы, график работ. Ну, соответственно, мы под них будем подстраиваться, график платежей. Выполнены работы по демонтажу определенных конструкций, что позволит уже в следующей неделе мостовикам приступить к монтажным работам, то есть уже к работам по восстановлению моста. Ну и в то же время эти работы по демонтажу у нас выполняет ДРСУ-207 и ГЖУП «Светоч», вот, которая также у нас находится на субподряде. Ну и в целом, пока, кроме демонтажа, скажем так, ну и организации самой строительной площадки, пока другие работы монтажные еще не выполнялись. Они будут выполняться со следующей недели. Отставания пока нет, я думаю, что не будет. Организация достаточно опытная. Это организация, которая у нас будет вести монтаж моста. Они переезжают из Гомеля, где они вели монтаж Сельмашевского путепровода. То есть вели его в эксплуатацию раньше графика. Поэтому с финансированием у нас проблем нет. Я думаю, и с самими работами не будет проблем. В целом мы оптимистично смотрим на строительство, поэтому я думаю, что мосту быть, путепроводу быть.